для любого ингуша родовая башня – это все-таки начало-начал. Это то, к чему, в конечном итоге, возвращаешься. Это то, когда происходит переоценка ценностей, и когда какое-то ты решение принимаешь, все равно ты думаешь, а что по этому поводу могли думать твои предки? А как вот поступили бы они? Самое большое богатство – это люди. Шудок.